Продолжаем нашу телепередачу. Мы идем получать машину. И мы не знаем, что делать. Не знаем, да. Оставайтесь с нами. Смотрите, что будет дальше. Мы идем получать машину, не знаю, получим или не получим. Нужны кредитные карты. Да, в основном во всех рентакар нужны кредитные карты, и дебетовые не принимают. Мы не знаем, что делать. Не знаем, да. Вот сейчас пойдем, посмотрим и потом расскажем. Для чего нам нужна машина? Машина нам нужна, чтобы доехать до островного города Кырка. Состоит город из трех согласных букв КРК. Просто запомнить, но тяжело доехать. Через платный мост. Да, там стоит платный мост. Въезд платный, выезд бесплатный. Да, но въезд стоит 39 кун, которых у нас это в принципе нет. В 2018 году. Ну вот, тем более. А сейчас мы узнаем новую цену и вам об этом расскажем. Если мы, конечно, оттуда доедем. Ну, как-то так вот. Ребят, оставайтесь с нами, смотрите, что будет дальше. Прочитав отзывы о прокатных конторах и просидев в интернете весь вечер, мы все-таки определились и арендовали автомобиль фирме Last Minute. Выбрал самый бюджетный вариант. Это оказалось Toyota. Точно такая же, которую мы заказывали в Черногории. А кто не смотрел этот ролик о том, как мы из Черногории проехали до хорватского Задара без страховки каска, можете глянуть на это интересное путешествие. А паркинг here, да? Мой коллега će biti tu. Ага. Вы дойдете. Тут, сва четыре, мегавци, внутри. А, все, окей, аварийка. Первая помощь, ага. То все, оно, все треба иметь. Все, понял. Штета ту, ага. Значено. То есть, сам прилива, ничто. Ага. Мыть машину не надо, мыть. Клин. Но.
Ну, это? Ага. Окей, окей. А то птицы, но. Ну да. То ту? Ага, окей. Три. Окей. Значит, евро супер. Угу. И... пола. Ага. Окей. Все, окей. 100 километров 50 куна, 200 километров 100 куна. Ага. О, ну, вот я знаю, да. Мало говорю, окей. Ага. Экономично. Экономично. Угу. Документы... Светло. Ага. Это я знаю, я уже ездил на такой. Okay. Ага. Все, спасибо. На машине. Все вроде обошлось, все хорошо. Приняли, как вы видели. Сейчас заведу. Построить поудобней. Ой-ой-ой. Люди такие все большие, а я маленький такой. Это не страшно, то не грустно. Ну, машина такая, после той черногорской, это немножко более спартанская. Ну что, поехали? Карта прошла на удивление менеджеров, и мое в том числе. Но страховой депозит с карты вычли, они заблокировали, о чем я немного понервничал, ведь сумма для нас не маленькая, 400 евро. Машина же нам обошлась 39 евро в сутки, со всеми страховками, на минуточку. В Черногории такой же автомобиль мы брали примерно за 14 евро. Но так как мы за автобус платили бы больше, как нам показалось, да и на машине гораздо удобнее было ехать. А нужно нам ехать не в сам город Карка, а в Пунат. Точнее в Марину, находящуюся рядом с этим городком. А для чего в Марину ездили? Думаю, уже все догадались, но об этом как-нибудь потом. Также нам было интересно получить опыт аренды автомобиля в Хорватии. Забегая немного вперед, депозит нам вернули только через 3 недели. Что немного неудобно, когда ты в поездке рассчитываешь на какую-то сумму, и лишних денег не бывает. Проезд через мост на остров Карка, как мы уже говорили, платный, и обошелся нам в 4 евро 60 центов. Оплата происходит при въезде и, возможно, оплата пластиковыми картами. Также слышал, что возможна оплата в евро, но сдачу вам сдадут в хорватских кунах. Проезжая по этому великолепному мосту, немного информации о нем. Этот мост соединяет остров Карка с материком и имеет протяженность 1430 метров и высоту 67 метров. Вернули машинку мы в тот же день, чтобы не париться о стоянке. Да, еще совет. Ну, не получается у меня выгореть слово лайфхак. Ой, получилось. Своего рода лайфхак. Лайфхак. Своего рода лайфхак. Зашли в магазин. Магазин называется... Как он называется-то? Корзина. Корзина, да. Торговец у них. Торговец какая-то, да. Вот. Там есть, как в любом супермаркете, есть свежая еда, которую мы купили. Если вы экономите свои средства и пытаетесь как бы продлить свой отпуск за счет этой экономии, вот. Можно купить картошечку горяченькую, кстати. Горячий. С укропчиком каким-то там зеленым. И шпинатик. Шпинатик. Вот супруга заказала. Я вот это не очень, конечно. И колбасня вот такая. Все горяченькое. Чиабатта. Чиабатта холодненькая. Колбаса холодненькая. Всем приятного аппетита. Нам тем более. Что, уже начала, что ли?
Конечно, вкусно же, горячо. А я тут снимаю, да? Все, пока. Надеюсь, кошмар с коронавирусом не вечен. Берегите себя и близких. Счастья, здоровья, удачи. До новых встреч. Сегодня я попрощаюсь с вами по-хорватски. С Богом. То есть до свидания.